На тему, опять у тебя тройка или опять у тебя двойка. Вот как раз тот факт, что у него двойка, если этот ребенок умный. Вот меня очень интересуют двоечники. Я об этом и в передачах во всяких 100 раз говорила, и телевизионных, и в фильмах, и вообще. Если я вижу, а это всегда видно, что человек умный, а при этом у него двойка, то это очень подозрительно. Потому что ему нужно только пальцем вот так повести, чтобы получить тройку, а еще чуть-чуть, чтобы получить 4 и 5. И он этого не делает. Встает вопрос, почему? Вопрос-то встает, почему? Очень часто, потому что он еще сильнее, и он начинает ходить по неведомым дорогам. Понимаете? Он заходит в те места, в которые обычный человек не ходит. Ему интересно отвечать на вопросы, на которые вообще нет ответов. А возможно, даже вопрос не поставлен. Понимаете? Он идет по рискованной дороге. Так вот, из них состоят те, кто создал нашу цивилизацию на этой планете.